В Актау началось строительство опреснительного завода за счет частного инвестора. Мангыстауский акимат выделил 50 гектаров площади у побережья Каспийского моря. Там установят емкости по опреснению объемом в 40 тысяч кубометров. Уже начали рыть каналы для водных бассейнов. Мощность цеха 20 тысяч кубометров воды в сутки. Стоимость проекта, по словам предпринимателей, 4 миллиарда тенге. Для сравнения, стоимость модернизации опреснительного завода Каспий обойдется государству в 12,3 миллиарда тенге. За 5 лет в регионе построят 9 водозаборных предприятий. В настоящее время дефицит воды в регионе составляет 50 тысяч кубометров в сутки. Предполагают, что к 2022 году нехватка составит 100 кубических метров воды в сутки. При полной мощности в день завод будет производить до 20 тысяч кубометров воды. Строительные работы ведутся в 4 этапа. То есть 4 установки будут производить по 5 тысяч кубов воды. Запустим завод в следующем году.